Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. 18 травня в світі відзначають Міжнародний день клімату. Це чудовий привід, щоб згадати о проблемах, о викликах, які стоять також перед нашим регіоном, поговорити про викиди вуглекислого газу, про нестачу дерев, про наше водосховище. Про це будемо говорити з ректором Одеського державного екологічного університету Сергієм Степненко. Вітаю, пане Сергію. Добрий день. 18 травня – це так, Міжнародний день клімату, але це ніяк не свято, це день, який потрібно згадати, нагадати нашим співгромадянам хоча б як себе на навколишньому середовищі вести, тому що я так бачу, що і культура виховання, поведінки на природі, культура водіїв, які не глушать свій мотор, вона ще бажає, залишає бажати кращого. Чи не так, пане Сергію? Дійсно. Сейчас проблемы, связанные с изменениями климата, они очень тесно пересекаются с экологическими проблемами, о которых вы сейчас говорили. А изменение климата – это уже не дело какого-то будущего, это не дело что какого-то призрачных прогнозов, это уже суровые будни. Каждый день, я думаю, телевидение показывает в разных частях мира, что происходит. И это все, естественно, очень-очень тревожит людей. И вот, скажем так, сейчас уже мы можем говорить о тех вызовах, с которыми сталкивается человечество, и не только человечество, и жители нашего региона. Это и повышение уровня Мирового океана, в том числе и Черного моря. И это повышение уровня Черного моря, естественно, ведет к негативным последствиям для берегов. Это подмывание этих берегов, это оползни, это изменение инфраструктуры, это нарушение, это инфраструктуры, которые расположены вблизи этого. Ну, здесь можно много говорить. Это влияние на экосистемы, это волны жары в летнее время, которые ведут к учащению заболеваний, смертей жителей нашего города. Это аридизация, большая засушливость климата в Одесском регионе, которая ведет к исчезновению малых рек, которые являются источниками жизни и существования очень многих жителей нашего региона. То есть я могу здесь перечислять очень много вещей, которые очень-очень должны тревожить прежде всего молодое поколение, потому что вот то поколение студентов, школьников, которое идет сейчас, это то первое поколение, которое будет жить уже в условиях изменившегося климата. Але ми часто говоримо, що людина безсильна перед природою. Дійсно, десь так, дійсно, десь природа загалом бере своє, але людина на своєму клаптику, за який вона відповідає, умовно, там, місто, село, там, країна, неважливо, теж несе відповідальність і може щось змінювати на краще. Звісно, звісно ж. Здесь, звісно, ми можемо говорити про те, що чоловік вже став природообразуючою силою, і ми вже благодаря деятельности человека оказались в новой геологической эпохе антропоцена, которая связана с очень быстрыми изменениями в окружающей среде. И это очень, во всех смыслах. Вот буквально вчера было опубликовано резюме международного доклада Организации Объединенных Наций, в котором говорится о том, что в ближайшее время может исчезнуть 1 миллион видов живого на нашей планете из 18. Это в ближайшее время. То есть речь идет о так называемом шестом великом вымирании. Последнее вымирание это было связано с динозаврами 55 миллионов лет назад. А что мы можем в этом плане сделать, да, мы такое маленькое, кажется, существо на этой планете. Что может каждый сделать? Действительно, мы можем сделать.
мы можем внести свой вклад в то, чтобы эти изменения минимизировать, чтобы этим сгладить эти изменения. И это связано, естественно, с уменьшением выбросов парниковых газов в атмосферу. Опять же, что может сделать человек, чтобы уменьшить эти парниковые газы? Казалось бы, очень просто. Мы с вами на телевидении, но я хочу сказать, что смотрите телевизор, включайте телевизор на один час меньше, да, или выключайте его, когда вы не смотрите телевизор. И если это брать город Одессу, то это минимум 50 тонн углекислого газа ежесуточно будет меньше выбрасываться в атмосферу. Второе, что мы можем сделать? Мы вот лично, человек, посади дерево, не дай уничтожить дерево, потому что дерево – это естественный поглотитель парникового газа, углекислого газа. Ежедневно, ежесуточно одно дерево поглощает 300 грамм углекислого газа. За год дерево дает нам кислорода столько, чтобы могла прожить семья из трех человек целый год и дышать кислородом. Жилье Одесса зеленое место? Можно назвать ее таким? Нет. Одесса – это не зеленый город, к сожалению, хотя мы туристический город, хотя предыдущие поколения, наши предки сделали чрезвычайно много для того, чтобы Одесса была зеленым городом. Но я могу привести пример, который известен. В Одессе 10 квадратных километров зеленых насаждений. В городе Киеве в 50 раз больше. В 50 раз больше. Вот вам пример. И за последние 20 лет не то, что мы увеличиваем вот этот очень низкий показатель, мы его уменьшаем. И поэтому, естественно, что первая задача, которая стоит перед Одесситом, вот, для того, чтобы, что ему можно сделать для того, чтобы, скажем, демпфировать эти изменения климата. Посади дерево, не дай уничтожить дерево. Студенты нашего университета выдвинули такую идею, я ее очень горячо поддержал. Это идея к 2030 году в Одессе 1 миллион деревьев. 1 миллион деревьев. Это реально? Я считаю, что, смотрите, у нас 11 лет, у нас сейчас в городе около 40-50 тысяч всего лишь деревьев. Значит, нам нужно за 10 лет увеличить это в 20 раз. В 20 раз. Значит, давайте будем это заниматься ежегодно. Взагалі, я знаю, молодь підтримує ці ідеї. Я знаю, що юридична академія також совершенно верно. І совершенно верно. У нас є проект студентів, кстати говоря, студентів строительної академії о формировании зеленого пояса Одессы. Мы поддержали этот проект и будем его поддерживать. И вот 24 мая у нас будет такая акция впервые в Одессе. Она проходит уже по всему миру, уже на протяжении нескольких месяцев. Это климатический страйк. То есть 24 мая в час дня на Думской площади мы, студенты, школьники, в первую очередь молодежь, будут призывать одесситов, власти города, обратить внимание на те проблемы, которые у нас есть. Почему миллион деревьев, да? Почему не 100 тысяч деревьев? Хотя просто исходя из простых расчетов. А для того, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа от автотранспорта, который у нас ездит по дорогам, нам нужно иметь в городе около 3 миллионов деревьев. Мы хотя бы
поставим задачу хотя бы одну треть тех выбросов углекислого газа, которые связаны с текущим автотранспортом, нынешним автотранспортом, давайте все-таки садить деревья для того, чтобы они могли поглотить этот углекислый газ, и значит этот парниковый эффект был бы не такой бы сильный. И, ну, с другой стороны, эти деревья – это не только влияние на климат, это влияние на здоровье. Это здесь, я думаю, что никто не, уже не будет возражать. Чи сприяють такому благоприємному, такому доброму стану, становищу і клімату, і природних процесів такий масовий прихід на електромобілі? Чи це така, може, десь завищена надія на них? Ну, скажем так, конечно же, выбросы углекислого газа при использовании электроавтотранспорта уменьшаются. Не так много, как бы хотелось, потому что все равно вырабатывается электроэнергия на электростанциях, а у нас в Украине, к сожалению, это прежде всего тепловые электростанции, которые выбрасывают при производстве углекислый газ. Но это гораздо меньше, чем... Ну, это примерно так же, меньше, чем это при выбросах, при использовании двигателей внутреннего сгорания. Но это примерно так же, как либо каждый себе отапливает дом, да, или у нас централизованное теплоснабжение. Естественно, что в этом случае выбросы будут при централизованном теплоснабжении меньше. То есть мы должны переходить на другую культуру жизни, культуру самоограничений. Да, приятно, очень приятно ездить на работу на автотранспорте, да, потому что автомобиль – это не роскошь, а средство для передвижения, как говорили одесские классики. Но если мы хотя бы один день в неделю проедем на общественном электротранспорте одесситы, это уменьшит выбросы углекислого газа минимум на 100 тонн в день, в сутки. То есть это наш вклад, это вклад одесситов в то, чтобы эти изменения климата затормозить. Потому что это вклад в то, чтобы наши дети, чтобы наши внуки жили в благоприятном климате, чтобы они жили хотя бы в той природной среде, в которой живем мы, не худшей. Міжнародний день клімату – це також привід згадати, і ви згадували, стан наших річок, Чорного моря. Я пропоную згадати також наші лимани. Нещодавно, декілька місяців тому, був підписаний нарешті президентом закон щодо особливого статусу Куяльницького лиману. Ваше очікування, коли почне працювати? Все ж таки закон, довго до нього йшли, і багато людей, і також, пам'ятаємо, нардеп Сергій Ківалов прийняв участь, і ваші колеги-екологи. Що потрібно, щоб працював закон, і екологія була в порядку, як то кажуть? Так. Вот одна из причин, одна из главных причин, там, конечно, есть и деятельность человека, одна из главных причин того, что мелеют, пересыхают одесские лиманы, прежде всего нас волнует Куяльницкий лиман, как уникальный лечебный природный ресурс, это связано с изменениями климата. И когда был принят этот закон о придании Куяльницкому лиману статуса государственного курорта, то это, скажем, был один из шагов для того, чтобы сохранить этот лиман. К великому сожалению, в связи с политическими перетрубациями, которые есть в руководстве Одесской области, сейчас, скажем так, мероприятия, связанные с реализацией этого закона, затормозились. Конечно же, нам необходимо сейчас, вот уже прошло, будем считать,
прошло с принятием, если мы будем говорить, отсчитывать от решения решения 5 декабря прошлого года, то уже полгода, полгода практически, и сейчас еще ничего не сделано. Рабочая группа, которая была создана для того, чтобы отработать дорожную карту по реализации этого закона, она собиралась один раз в начале марта этого года. После этого, вы знаете, были события известные, и сейчас все застопорилось, как застопорилась и новая программа по восстановлению водных ресурсов Куяльницкого лимана. Если вы помните, да, в 2014 году, слава богу, в конце года мы смогли подать морскую воду в Куяльницкий лиман и тем самым спасти его от пересыхания и стабилизировать экологическую ситуацию в лимане. Но, я еще раз повторяю, нам нужно восстановить подачу пресной воды. И это основная задача, о которой кричат экологи. Прошло 5 лет. За эти 5 лет мы еще не дошли даже до рабочего проекта восстановления вот подачи этой пресной воды, восстановления водотока по тем малым рекам, которые питают Куяльницкий лиман. Больше 5 лет прошло. Вот та ситуация, которая есть. Я думаю, что здесь каждый год подачи морской воды, он нас приближает тоже к критической точке. Потому что мы каждый год подаем в Куяльницкий лиман огромное количество, дополнительное количество соли. Подаем туда дополнительное количество биологического материала, который не присущ этому Куяльницкому лиману. И если это мы делали как пожарную меру, которая была рассчитана на 3, ну максимум 4 года, то ставить это как постоянную задачу, это просто нельзя. И поэтому, конечно же, проблем чрезвычайно много, и проблемы, связанные с качеством атмосферного воздуха в нашем городе, с информированием жителей нашего города о качестве атмосферного воздуха. Потому что вот зеленый пояс, мы говорили о зеленом поясе Одессы, это одна из важнейших мер для того, чтобы обеспечить уменьшение количества пыли в нашем городе. Одесса еще со времен Пушкина город пыльный, да? А от пыли мы можем спастись только зелеными насаждениями. А пыль – это один из главных факторов риска раковых заболеваний. То есть здесь, как вы видите, проблемы экологии, проблемы сохранения климата, борьбы с изменениями климата, смягчениями этих изменений климата, они связываются одну с одной, и нам нужна городская программа по адаптации к изменениям климата, по решению тех проблем, о которых я говорил. Дякую, Сергію. Будемо чекати на зміни на краще. Обов'язково будемо стежити за ними. Успіхів вашим колегам в цій нелегкій, важливій праці. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». Бережіть природу. До наступних зустрічей в ефірі. До свидання.